Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня в городе Тула, 200 километров от Москвы. Уникальный город, где и советская архитектура, и старые церкви, и древний Кремль. Все здесь, поэтому давайте начинать осмотр. Вот она, Тула, город-герой. Это официальный титул. В центре площади прекрасный российский флаг. Триколор, белый, синий, красный. А там вдалеке Кремль. И, конечно, Владимир Ленин. В каждом российском городе есть памятник Ленину. Символ города – тульский пряник. Он известен с 17 века. И вот в центре Тулы есть памятник прянику. Сейчас мы внутри Кремля. Здесь прекрасный Успенский собор. Посмотрите на золотые купола. Вообще Тула удивительно красивый город. И погода сегодня просто великолепная. Солнышко светит. Это памятник знаменитому русскому князю Дмитрию Донскому. О, кто-то что-то тоже снимает. Видите? Тоже снимают про Тулу. Еще в Кремле много всяких экскурсий, туров. Вот российские школьники. Кто-то фотографируется очень долго. И мы идем в галерею. Смотрите, сколько здесь сладостей. Всякие пряники, печенье, пастила. Тут даже есть пряники. Магнитики. Магниты с русскими именами. Яна, Иван, Даня, Варя. Ром, расскажи, что ты ешь. Ну, громче, не слышно. Пряник! Пряник, тульский пряник. Пряник из Тулы. Роме купили магнитик «Тульский пряник Рома». И классную открытку «Магнит from Russia with love». Тоже здесь тульский пряник, матрешки, самовар. И сделаю розыгрыш в Инстаграме. Покажу немного современного города.
И мы идем на обед. Есть борщ. Пришли в ресторан Тургенев. Здесь интерьер как в музее. И никого нет. И, конечно, же, борщ. Это украинский борщ с пампушками и даже с салом. Тут еще разные сыры. У Арома, как всегда, он всегда заказывает пельмени. Закончилась наша поездка. Надеюсь, город Тула вам понравился. Не забудьте поставить лайк моему видео. И увидимся в следующий раз. Пока-пока!